Эти петиционеры, да, они просто таран. Таран, и они, возможно, даже не понимают, в чьей игре они участвуют. Даже я до конца не понимаю. А что за игра? Вот что, может быть, что-то происходит за кулисами? Может быть, есть какие-то другие подводные камни, которые от нас скрывают? Я на сегодняшний день не готов ответить на этот вопрос, но я скажу, что вот в течение 10 лет на театр несколько раз покушались. Если хотите. У нас был суд с казино. Наш театр был изъят. У нас наш театр был изъят из списков госпредприятий, не подлежащих приватизации. И момент с казино я очень хорошо помню. Вот, да, и тогда люди выходили тоже с плакатами в поддержку театра. А когда был театр изъят из списков госпредприятий, не подлежащих приватизации, зрители, и мы собирали подписи, у меня до сих пор в сейфе хранятся эти записи. Потом перед театром хотели построить девятиэтажное здание. Потом у меня была приватная встреча, на которой мне сказали, что на место этого здания есть проект гостиницы. Понимаете? Давайте, если рассуждать логично. Смотрите, если другую сторону мы рассмотрим мнение... Гораздо глубже зарыта собака. Что может быть глубже зарыта собака? Я пока не готов на это ответить. И мне будет очень обидно, если потом обнаружится, что они играли, они хорошие ребята все, хорошие актеры некоторые. Угу. Да, мне будет очень обидно, если потом узнается, что они участвовали в чужой игре и с ими, чужими руками воспользовались. Я даже не уверен, что они знают, кто написал это письмо на русском языке. Даже, возможно, они не знают, кто написал это письмо на русском языке. То есть не знаете, кто написал это письмо на русском языке? Дело в том, что тот, кто написал письмо на русском языке, они в этой петиции не участвуют. И их росписи здесь нет. Эти люди, которые поставили свою роспись, они поставили на государственном языке. Это петиция на государственном языке. То есть составители петиции... Может быть, они просто наняли переводчика себе? Или нет? Нет, это два человека, которые составили письмо на русском языке, которые им потом дали, они перевели, и дальше пошло дальше. То есть вы считаете, что за этой группой людей кто-то стоит? Однозначно. И какие-то чьи-то интересы? Однозначно.